Первую алмазную мозаику мы заказывали в прошлом году с женой на Алиэкспресс. Вот собрали, повесили, уже год висит. Сделали такую рамочку прекрасную, багетик. Вот, мозаика у нас 1,5 на 75 алмазная. Покрывали мы ее бесцветным лаком. Багет заказывали специально. Отлично получилось. Вот. И что-то нам понравились лошади. Решили мы себе еще головняк заказать. Но это мы уже заказывали сезон. Сейчас вот до конца собрали. Такая красота получилась. Ну, естественно, это не мозаика, конечно. Это пазлики. Пазлы. Тоже будем в рамочку брать под стекло и повесим наши любимые Мирославочки в комнату.